У мужчины самый большой страх – это отсутствие победы, развития. А у женщины самый большой страх – отсутствие гармонии и нежности. То есть, если женщина не чувствует гармонии, она с ума сходит. Не чувствует нежности, с ума сходит, так сказать, начинает. Понимаете, и в целом, как бы, проблема женщины – это страх, а проблема мужчины – это несовершенство. Если говорить о глобально, то у женщины самая большая проблема в жизни – это страх. А у мужчины самая большая проблема – это чувство, отсутствие чувства законченности, победы и совершенства. Ну, то есть мужчинам очень трудно жить несовершенным, а женщине очень трудно, когда что-то не определено в жизни. Поэтому женщине всегда нужно все четко по полочкам определять, чтобы она чувствовала, что все четко понятно для нее в жизни. Тогда она успокаивается. Спасибо. Согласна женщина? Угу. Все, женщина. Мужчина согласна, что чувство несовершенства, что ты не победитель, это самая большая трудность. Угу.